А ж Егор понял. Да. Вен в бане. Пишет раум тролл. Хм. По идее, Корса можно забанить. Да. Они берут Дженнеса, мы заберем сразу же Инара Андроксус. Фига, вы мужики ничего ни слова не сказали на Инару Андроксус. Ну потому что пик нормальный. Ладно, извини. Типа Инара фрикапает, Андроксус контравилла. Все, что они могут, это взять Дженнеса плюс БК, скорее всего. Ну Андро у нас есть, бомба. Ну вот. Так, типа мы можем пикнуть, например, я Раума. Я хочу Ой, хану это... бомбу взять сейчас почему-то. Хан, а, вы не забрали бомбу. Можно дампу взять. Лучше Иньку. А почему? Охуенько. Ну потому что Инька, она не даст тебе больше контроля, потому что я пытаюсь сейчас с контролем немножко разобраться, чтобы они не закупали цепи. Они по любасу будут закупать цепи. Звучит справедливо. Как и мы, в принципе. Ну да, да. Так что про это я покажу? Сейчас, подожди, у нас еще 40 секунд дамбы, и надо какого-то... Сейчас можно забрать этого. Еще одного второго танка, но типа... Хан или... Не, Хан там БК. Фернандо. Не знаю, Хан, Фернандо, Макоа, что-то одно из этого. Можно Раума. Раум, да, уже типа... Сергей же на Макоа хотел. Тут можно Раума, кстати, взять. Ну, мне не нравится Дженнес. Дженнес не помеха вообще. Тут Раум стоит просто расстреливает. Он ему тут не надо бегать. Ну, давай попробуем. Макоу только на сплитстоуне. И бери этого, да, дамбу. Кстати, арбуз, что ты вчера уходил, я так и не понял. Вчера уходил? Да. Его да. Мамке нужно было на сайт госуслуг. Да, маме надо было на сайт госуслуг. Шалень. Понимаю. Ну, Кейси? Это Стрикс, мужики. Ну, они тогда будут дарт взорвать. Фернандо, если будет ставить в понте, то это чё? Ну, может, в очко Стрикса? Что-то я не хочу против этого. А, так это, по-моему, фри-игра для Вилла. Против щитов. Только против, нет, не только нет, против щитов. Не так себе, на самом деле. Нам нужно что-то, что ломает щиты. Это может быть Кэсси, это может быть... Кто еще? А зачем, если кто-то может, то Драгос. Тайра. Зачем ломать щиты? А, Дрогос. Дрогос через Фернандо. Дрогос, Тайра. Тайро может зайти нормально. Там Фернандо, может... Да, может Тайро? Давай Тайро. А, плевать. Бегите, мы кончены. Наш девиз мы даумы. Чё, кто на Андро будет? Давай. Тайро. Вот здесь у меня на табе лагать не будет. Неприятно на самом деле сейчас будет. Подожди, а через что мне играть? Огонь? Через зуб. Гранатомет, то есть пока я... Вроде как гранатомет должен быть. И врекер купить или что? Да не, зачем врекер? Тогда подожди, что у нас по позиционке? Раум разберешься сам, потому что я не особо хотел бы брать Раум в этот сетап. Плюс там сейчас Шалин будет очень неприятно тебе. Ну и Нара в поинт, Тайра с Раумом, похоже, пойдет. И Андроксус, ну, тебя да. Лопат, ну, Тайра должна с Раумом уходить со временем, иначе Раум просто будет умирать. Не пойди, Андро на кошку должен пойти. Окей. Он, а тебе на Рауме не будет это, удобно на кошку пойти? Нормально, нормально. Если они пушить нам не будут, всей команды, тогда нормально.
Ну, по идее, они либо воду, либо дарк будут забирать своим сетапом. А, не, подожди. У них Дженос, они будут хотеть драться на этом. Можем попробовать старые на кошке побыть. Они хотят попушить, они хотят пушить. У них есть Дженос. Можно, но БК, скорее всего, идет на воду. Ой, да-да, на воду. Кость, если БК в сол будет на воде, ты можешь просто запушить его, наверное. Я, в принципе, там уже разбираюсь. Пока не будет соло на воде. Да, в этом только проблема. Давай, мужики. Что нас решил так забагить, а шикаут взял? У них уже соло хил. Бухлям получается. Да, просто, просто стоим, стоим, не лезем просто. Да, они на воде, покажись. И Фернандо в мейне. Да, Эшка бомба сзади уже. Аккуратно. Эшка бомба сзади. На воде. Эшка, Эшка, Эшка в дарке, Эшка в дарке. Ребята, у меня шарит, мне хлопа нужна. А, и в дарке, в дарке двое. В дарке не убили. В дарке я двое. Мертвый. Можно БК забрать. Я умер тоже. Дадим я на БК, ребят, помогите с БК. Он лох. Вы поэтому вдвоем там, в этом двое. Меня убил. Серган, уйдешь? Хангел. Зачем? Это нормально хилишь. Ну, Вася, что на поинте. Я обидел. Фернандо возле дарка стоит. Гоешку, гоешку, гоешку! Ща я лол. А вам иди? Я мертвый. Я еду. Меня не разменивают нормально. Погоди, погнали, погнали, Андро. А баг в Андре. Баг в дарке. Бомба дарк. Бомба дарк. Го со мной, го со мной. Бомба у меня бьет. Убьешь бомбу? У меня не бьешь и ничего нет. Артефон, у меня хп. Надо. Бомба лоу. Я не попал по ним. У меня Ашка будет, скорее всего, идти. Ашка без Даша? Там опа лоу, там два лоу. И Эшка лоу. Там все лоу, да. Все лоу, ДОШКА. Давайте регруппу. Давайте регруппу, если успеем. О, Настя, стена. Ребят, выживите, выживите, уходите, 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 мы успеем. Идем, идем. Гоу-промбу. Тачно. Я просто... Пойдем. Лоу Фернандо, лоу Фернандо. Фернандо надо все. Надо, я просто... Там Дженнис, Дженнис лоу. Сзади БК. А, бомба в дарке оказывается. Либо стила. Я ушел. Как против Шелина играть? Спокойно. Я бы остаться, ну. На Тайре спокойно, да. В смысле? Бомба в дарке оказывается. Не, он был не в дарке, он с воды прошел к тебе спину просто. Слева БК. Нанда по мейну. Нанда по мейну половина. Я в окне стою. По мейну Шалини и Дженнис тоже. Я на Эшке, это можно все еще половина. Спокойно, я на давай, давай Эшку попробуем закошмарить. Там БК, хорошо. Тут Шалин в дарке, Шалин в дарке. Фернандо, давай. Не-не-не. Эшка ушла на воду. Нормально, все бы не свалил. Тайра одна, хелпа Тайре. Так, тут бомба справа. Дженса можно забрать, ребята, до сих пор. Я сейчас сдохну. Аккуратно, Андрей. Понимаю. Сергеона пиздит, окей. Я умру. Да. Эшка справа. И БК справа. Давайте отойдем. Справа Эшка будет на воде. Да, Эшка на воде. По мейну Шалини, Фернандо и Дженнис. Будет. Да, справа Эшка сзади. Эшка сзади уже в бэклайне. И бомба там же. Я закрою их. Кости, уходи, Кости, уходи. Там Эшка половина. Ты слишком сильно запушил. Давай идем. Надо было со мной просто идти. Уходи, уходи, Леша. Я не уйду. А, нет, я не ушел. Нет. Они все справа. Справа. БК ультует. Я умру. Ну они улетят, они улетят. Бомба лоу. Супер долго прыгнешь. Умираю, умираю, Костя. Сейчас группа нормально. Давайте, мужики. Сейчас группа убьем их. Мне, наверное, надо будет... Я вас тогда не буду давать, я понял, не трогаю. Можно БК, ребят, справа. Бомба с Эшкой там, где? Он с Эшкой.
А пол хп, пол хп, лоу, 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 лоу. Можно бить шарине, покланивание, половина. И эску можно. Меня выкинули? Понял, надо сказать, что. Я хилю нару, сейчас по хилю слишком. Там призываешь, найс. Залетай туда в Андро. А Шалин, Шалин даже не знает. А как тут Няникс оказался? Ну у меня, в общем, все по классике, у меня скайд 40%. И Матвеш по клям. Просто перекинули. У вас 3 часа проект? Один. Лайтов нет. А, сегодня один? Да. А что с лайтами, кстати? Что с ними? У нас он понятно, дела. Приезжает кто-то. А этот, Хорсвифт. Ах, с Хорсвифтом мы кенселили. Сегодня. Да, у вас, кстати, противники стримят, если что. Короче, погнали, давай то же самое сделаем просто. Погода. Главное, чтобы не обосраться. Ты Зарю Верде, да, стримит он? Забейте. Ура, стримит, как я. Надо по мейну Джен. Да, да, Зарю Верде. Готара. Они снова сзади, они сзади снова. Арбуз уходи, за арбуз уходи. Нанда на воде, Нанда может зафоксить, ребят. И тут Эшка, Эшка и БК. Помогите мне, арбуз. Ко мне, ко мне, ко мне. Я иду к тебе. Убили ты Зарю Верде? Я капаю. Давай, я копье дам. Зря. Не-не, нормально, нормально. Фернандо без ульта зато. Его можно убить. Мужики живет? Отлично. Отлично. Хорошо. Все, я пойду. Я справа занял. Справа БК и Шалин. Шалин дэшнулся. Шалин по мейну идет. Бомбу сейчас. Бомбу надо убить. Отлично. Хорошо, и ребята. Шалин лоу. Да, спустя убить его, сердем жить. Шалин лоу. Жанат справа его можно. Мы не убьем его. Он за что стоит. Я попытаюсь. Отлично. Жанат убил. БК слева, можно за курс бутылку. Я на эшке. Бля. Ребята, бегу. Я на БК иду. Кида, тыку в окно. И обрыв давай. Нанда без щита. Они все слева застаканы, в общем, стоят. Мы далеко пролезли. Справа Джен стоит. Давайте похилимся тогда. Да мы фуловые. Нанда без щита. Давайте не сильно пушим, давайте не сильно пушим. На Архангелу уже. Я отрезал Фернандо, убейте его. Го, Нанда, давайте Нанда. Отлично. А, бомба меня, ребят. Бомба убивает. Я лоу. Попытайся иди. Мой бэт. Забейте. Пойдем? Чем? Ладно, пойдем. Ну, супер лоу просто. Я не уйду, я умру. Окей. У меня на ульта есть. Можно кто-нибудь потом пикнуть? У меня тоже ульта есть. У нас все ультимейты, кроме бомбы и тары. Через кошку заходим. Закроем кого-нибудь на наре? Нет, они все далеко. Ага. Справа Эш и БК. БК на КГ еще в лоу-граунде. Нам надо справа их выкурить. На справа, ребята. Ща, окей, давай, я зайду туда. Там Эшка и БК, Эшка и БК. Я зашел. БК фокус. БК без бомбы. Эш без щита, Эш без щита. Там Дженаса можно убить. Там Дженас лоу, убил. Найс. БК, можно БК. А, Шалин далеко. Давайте Нанда убьемся вместе. Найс, хорошо. Мы должны это допушить. Ну мы это допушим, да. Мы допушили это, нормально. Найс. О, нормально, играем. Я без ульти, правда. Нормально. Нормально, ребята. А кто не пить? Кто не стримит, кто знает? Цезарио Верде. Цезарио Верде стримит, только он может. Только он такой клоун, забей. Сейчас бы Праки стримить, ребята. Что такого-то? Пусть стримит. Ну, типа Праки обычно никто не стримит, потому что, ну, это Праки. Типа тут свое играются. Ну видишь, ну, Рамо, в принципе, здесь нормально себя чувствует. А ты не хочешь купить Хронос, Сергеон? На Рамо. Нет, тут, мне тут не нужна эфка. Я просто стою сзади и расстреляю, мне тут не нужно. Понимаешь, что делать? Понимаете, тебе можно лошадь купить, если что, на Инаре? Нет, денег нет. Ну потом, если что. Сейф там не лошадь. Значит, то же самое опять. БК вроде без ульты. Остальные все у них. Они в дарке. Го в дарк, оба. У меня 700 хп. По мейну Фернандо. Одеж.
Я бомба, Фокс. Арбуз! Можно бы там, можно бы как. Я умру. Я тоже убил бомбу. Дженнис у нас сзади. Эшка сзади. Эшка дэшится. А, понял. Сергей, он собирается шалить. А там Дженнис на воде, Дженнис на воде. Сзади шалить в дарке. Шалить в дарке, лоу. Горе групп. А, Кольс на поинт умрёшь. Блин, я шалить хотел забить. Не получилось. Забей, они пошли все в дарк, а у нас мы за тиммейтом были. У нас сутки, у нас сутов нет. Справа, справа БКС. Сергей, попробуешь тачнуть? И Эшка. Да, я тачну. Эшка пол хп, Эшка пол хп. Я уже еду, ребят, я уже еду. Давай. Я не тащу, у меня БК утонул. Окей. Понял. На, ну-ка. Нужно было кому-то на подстраховку это тащить. Ну я пытался доехать. Ну не, забери классик. Походу, да? Давай идем, давай идем. Абрис, отходим, отходим. Сейчас справа за. Арбуз запушат. Эшка направо. Выживи, Арбуз. Не-не-не-не. Я просто уцелюсь. Боже, что совпадает? FPS 80. Тайра, го ко мне, тут нам право сейчас нельзя отдавать. Мы право даем и проигрываем. Мульти жить надо. Я только рехнулся. Кость, если тут, тут еще БК, тут еще БК. Мне хил нужен сейчас. Умру. Я сам лоб. Давайте умрем. Ничего не хватает. Я думаю, очень долго. Я был мертвый, но вы начитывались сильно. А, что? Ладно. Ты зря вышел что-то. Костя, подожди. Ну вот это они до скорее всего пушат. Ну и нари, в принципе, если сможешь выйти. Я встану на поинт, надеюсь. Не-не-не, я тут. Ну все, я стою. Я хилю. Там справа. Ой, двое. Я одну хп, я ушел. А. Давайте размен искать, найс. Эшка ультанула. А я умер. Я умер, да. Не тратите ульты, ребят. Я тоже лоу. Я пытаюсь тебя выхилить. Эшка справа. Фернандо забезоль ты. Шалинь далеко. Я не похилю Костя. Дай живешь. Я тебя покичу. Покичу Костю. Фернандо лоу. Серьон, я с тобой. Еще раз буду покичить Костя. У меня стенка. Нанда лоу, БК убил. Костя живи. Шалини заберем. Я иду. Можно сюда запустить? Аааа! Бля! Ёбаный рот. Они слева, справа ушли, направо. Значит, главное справа не отдать. Могу закрыть его стенкой. Проход, например. Но они не идут. Бомба справа, возле воды. И надо там же. Шалинь по мейну. И Дженнис. Они справа, типа справа. Эшка в мейне, да. Они все здесь. Нельзя отдавать право. Эшка в мид. Нанда тащил. Мне хил нужен. Да, я лоу. Фернандо убейте. Нанда одно хп. Не. Нет, напушит. А как он пролетел в мимо стенки? Он же не. Ну ты, короче, поставил стенку, и она его подкинула. А, понял. Лука. Мне казалось, он типа там остался и просто за ней продашился. Дубай, нормально, давай я там. Но если бы я ее криво не поставил. Да шабасын, смотри. Они идут. Они шли в дарк? Они идут в дарк каждый раз. Фернандо, ну, нет, и Сильтана надо как-то разменять как-то Фернандо и потом какой-нибудь. Я захожу в дарк, и БК отходится. Дарк я занимаю нормально. Не в этом дело. Надо, у них у всех цепи есть, если что. Типа, ну, такое, 50-50. Типа у БК на единичку, что. Надо бомбу убивать, мужики. И Фернандо убивать. Бомбу и Фернандо наши цели. Не, Фернандо забей. Зачем Фернандо? Ну, сначала других вырезать. Нанда в дарк. Нанда в дарке. С стороны кошки. Эшка и БК. Шалиния. Я умер, ребята. Я там в дарке. Сзади двое. Эшка, БК. БК ультует. Абрис! Бля. Бомбу убьем. Фернандо потратил ульт. Окей, ну мы тоже без ультов. Умирать на расплоне. Да, меня подняли, я не капаю поинт, что за бред. Да, там вот что слишком. Нужно ульты юзать. Ну у нас еще 4 ультимейта. Фернандо без ультимейта, просто... Надо я буду сейчас справа на Эшку. Я буду с Эшкой сейчас фокуса, получается. Мне надо пробовать как-то проехать, по-моему. Как-то пробуйте пуш, как-то...
Так ты можешь затащить, Сергей, он. Понял. Анлука. О! Убил Эшку. Поможете с бомбой? Бомба сзади, бомба сзади. Просто лоу. Хорошо. Я пошел вперед. А, понял, кто не встаньте? Я у нас там. Нормально. Слева Дженнис. Я справа займу. Справа Фернандо едет. Надо по мейну, надо. Слева по линии Дженнис. Слева же линии Дженнис, идут в поинт. И Эшка слева. Он в поинте. Он за поинт ушел. Не знаю, где. Надо на поинт, ребят. Они... Бомба справа сзади. Бомба справа сзади. Бомба справа сзади, ребят. Один хп. Бомба в дарке. Я встану, не заставил. Он одно хп, убить бомбу надо. И Эшку тоже, Эшку. Теперь Эшку убиваю. Я нас понял. Эмоции, ребята! Не-е-е-е-е. Величайшее. Для кого для величайшее? Это было утро. Я бы не сказал, что это был на утро, да. Сосать, роду сосать. Нормальная игра.